Вадиму Азову 11 лет. С виду обычный мальчик. Как все, любит общаться со сверстниками, играть в подвижные игры. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Вадим – член общества инвалидов поселка Нива. Если приглядеться, то в его походке можно заметить прихрамывание. У мальчика диагноз – болезнь Портеса, разрушение тазобедренного сустава. 3 года назад у нашего героя появилось еще одно увлечение. Для мужчины необычное. Вадим делает картины по технике алмазной вышивки. Первая выставка его работ уже состоялась в рамках открытия декады инвалидов в этом году. Сперва мама занималась этим, потом я посмотрел, и я захотел тоже. Мне мама дала тоже попробовать. Я попробовала, у меня получилось. Больше всего у Вадима картин с цветами. Эта тема ему наиболее интересна. Также есть творения с животными, домами, иконы. В последнее время понравилось делать композиции по фотографиям из семейного альбома. Вот, например, его младшая сестренка Ксюша. А в этой рамке мама с подругой. Вот эту картину сначала мама делала. Потом я сказала, можно я с ней буду делать. Вот мы делали вот эту картину вместе. Всего у мальчика картин больше 30. Многие из них он уже подарил, но на достигнутом останавливаться не собирается. Хочет создавать их и дальше. Мария Туманова, Анатолий Крылов, Сергей Солдатов. Специально для «Время новостей».